Корнику, Коновалова, Чайку, Сергунькова. Мироточ Медведева, Шима. Выдвинули на второй критический срок. Нестер Медлицкий выдвинули на второй критический срок. Мироточ Медведева. Многотычный форум уже поддержали. Партия «Единая Россия». Россия поддержала. Жириновский Владимир Вольфович. Владимир Шкурин. Горников, Коновалов, Шойгу. Жириновский. Партия «Единая Россия». Священники собора. Благословение свое дал. Благословение. И мы все молились на службе. Сильнее укрепившееся мнение. Второй претензий срок. Дмитрий Анатольевич Медведев. Всему миру. Для всех высших вышел цель единения. Цель единения. В этой прекрасной часовник героев МВД на Житной мы молимся за второй претензий срок. Вместе с героями нашего МВД, нашей полиции. Российской армии ФСБ. Мы молимся за второй претензий срок. Дмитрий Анатольевич Медведев. За курсом профессии передовой Дмитрий Анатольевич Медведев. Светлана Владимировна Ильич. Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Сергей Семенович Собянин, Кирилл, партия «Единая Россия», наша Россия, наш лес, вас, наша сила, право и честь. Голосуй за второй президентский срок. Храм нажитный прекрасен, и молитвы возносим за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. За курс самой прогрессивной передовой Медведева, Светлана Владимировна, Медведев, Владимир Путин, Александр, Мария Владимировна, Катерина Путин, Сергей Собянин, героев наших полиции, армия, ФСБ, МВД, ГУМ, наша Россия, наш лидер, наш лидер, наш лидер, правый честь. Поздравляю вторым президентом срока Медведева вас. Поздравляю. От лица партии «Единая Россия» поддерживаем второй президентский срок Медведева. Высшая награда «Слава честь России» будет сам передовой Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Чемедеева, Дмитрий Александр, Манил Владимирович, Кирпус, Сергей Светлана, Собянин, партия «Единая Россия». Самый лучший памятник, посвященный второму президентскому сроку Медведева. Представьте нам все. Наша Россия, наш президент, наши силы и будущий успех. От Бога дана власть России, от Бога дана. Спасибо. О, молодец. Да. Всех триумф победы, всей России, все, что. Южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Вы творческая группа Нестер Медлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна. Мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. За курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партия «Единая Россия». Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. В этом сила культуры, в этом же сила и церковной традиции. Потому что деятельности правительства Москвы и развития города. Славянский мир, славянская культура, славянская письменность всегда были и останутся прочным фундаментом России, ее дальнейшего развития. Святого Духа, новый номер газеты «Любимый президент» в поддержку второго президентского срока Медведева, высшей награды Медведеву, Путину, Собянину, патриарху Кириллу.
Ой, все уже священство, Кирилл дал благословение на второй президентский срок Медведева. Поздравляем вас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня вот этот красный воин типография выпустил самую лучшую в мире газету «Любимый президент». Поздравляю. Списки второй президентский срок Медведева. Медведева. Еще форумы в серии «Годы России» поддержали. Поздравляем вас с победой второго президентского срока Медведева. Поздравляю. Медведев Путин, героем армии, лучшей награды. Слава и честь России. Здравствуйте в мире. Мы президент России, Верховный командующий вооруженных сил России, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлану Владимировну, Ильичу Медведеву, Владимир Путин, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Путину, Сергею Сергеевичу Собянину, партию Единой России, Российскую армию. Грызлова, Собянина, Красный Войду, армия, самая лучшая в мире типография. Все Ведев, Ильич Ведев, Любил Лоса, Анну Марию, Кирилла, пусть Сергей Северович. Кирилла, Лера Халилов поддержал. Вот, типография в мире, выпустил самую лучшую газету «Любимый президент». В поддержку второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса Торшин, от Совет Федерации Торшин, единый портал Единой России, второй детский срок Медведева, знак Путин, партия Единой России. Ну что, пойдем, да. Владимир Вольфович, Владимир Ильич, тоже привет. Ладно. Большой привет. Так что мы... Второй президентский срок. Дмитрия Анатольевича Медведева. Поддержали все участники сегодняшнего Российского собора. Наш президент, правый курс, прогрессивный передовой. Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Ильич Медведев, Владимир Шишунин, Александр Мария Владимировна, Владимир Путин, Семен Славянин, партия России. Владимир Вольфович, поддержите второй президентский срок Медведеву, высшей награды Медведеву, Путиным и вам. Вы наши герои. Хорошо.
Спасибо, восхищаемся, спасибо. Наша Россия. Только что Владимир Вольфович поддержал второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Высшие награды ордена медали Дмитрия Анатольевича Медведева Светлане Владимировне, Е. Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Владимир Александровичу, Марию Владимировичу, Кириллу Кунцеву, Весе Мальчу Рянину, Антону Эдуардовичу Медведеву, Лярду Кириллу, партии «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, вас, наши силы, право и честь. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. Вас поздравит господин президент России, верховный командующий вооруженных сил России Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Путин, Александр, Мария Владимировна, Владимир Путин, Сергей Семенович Собянин, Анатолий Эдуардович Сергеев, это Патриан Кирилл, партия «Единая Россия», поддержка всенародная. С новым 2011 годом. Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла. Мне списки выдвинули второго президентского Дмитрия Анатольевича Медведева, на которых все корни регионы поддержали. Об этом и создали самые лучшие в мире. Катюша, Катюша. Поздравляю! Все высшие награды из второго международного фестиваля Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Владимиру Кирилину, Владимиру Путину. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим господина Анатольевича Медведева, друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С новым 2011 годом! Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляю с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Патриарха Кирилла. Одноты на свете, одноты такое, понимая Богом, родная страна. Призываю всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за такую самую прогрессивную передовую Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Много счастья вам, Лена и Людмила. Ну что, еще съездим? Сейчас, поехали. Давай, засними меня. Поздравляю! Этот спортивный спуск мы посвящаем с любым уважением вам, Медведеву Дмитрию Анатольевичу, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимиру Путину, Александру Марию Владимировну, Ксению Путину, Сергею Семеновичу Собянину, партии «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, вас, наши силы, право и честь. Ура! Победа! Ура! Ура! Победа! Россия вперед! Поздравляю вас! Призываю всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за такую самую прогрессивную передовую Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Столетие, тысячелетие, главный герой России всей планеты Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Илью Дмитриевича Медведева, Владимировича Путина, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Путину, его святейшего патриарха Московского вся Руси Кирилла, Сергея Семеновича Собянина, Нургалиеву, Бортникова, Коновалову, Шойгу, Чайку, Сердюкова, Фродкова, Шойгу, Фурсенко, Голику, Грефа, Кудрина, Набиулину, Гродлодина, Воробьева, Жукова, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Группа «Несть и близко», с любой уважением, ущением и благодарностью. Я славься страна, мы гордимся тобой. Сказали, что мы выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева многотысячные формы, все регионы России поддержали.